Лео рисует? Привет, я Айс, я хотел бы с вами полепить, ребят, сегодня. Привет, а я Макс, я сегодня показываю, как лепить, и обычно я рисую. Привет, Айс, как дела? У меня хорошо, и мне хотелось бы полепить. Хорошо, сегодня мы с тобой полепим. И не стесняйся так, мы слепим что-нибудь то, что тебе хочется. Мне бы всегда хотелось нарисовать или слепить арбузик. Знаешь, такой вкусненький, сладенький, все лепят. И арбуз, и айс – это похожие слова. Хорошо, ребят, будем лепить арбуз? Оу, я слышу, да. Так что сегодня лепим маленький арбуз с айсом. И, конечно же, лепим пластилином Лео. Для самых маленьких ручек восковой пластилин. 12 цветов. Очень яркие, очень приятные, очень мягкие. То, что нам нужно. Айс, ты идешь? Я уже здесь. С чего мы начнем? Я думаю, мы начнем с самого главного красного треугольника. Мы возьмем красный цвет, разомнем его как следует. Мне его хорошо, чтобы он стал мягкий. Он и так мягкий, но если ты его помнешь, передашь ему свое тепло, то это будет еще лучше. Тогда он будет послушный и мягкий. Вот он такой. Надавим как следует и сделаем из него большую лепешку, а после этого большой блин. Надо сделать треугольник, но нам это сделать трудно, потому что вот так не получается, не получается. Ничего страшного, мы согнем здесь один кусочек, получается уголок, а здесь два кусочка. Пока что на арбуз не похоже, не правда ли, Айс? Это да, не похоже. Я думаю, у тебя все получится. Я думаю, у ребят все получится. Так что приклеиваем его сюда вот. И начинаем давить своим большим пальцем. Вот так раздавливаем и тянем. Вверх тянем и в стороны тянем. Все это можно делать пальчиками. Мы как будто бы рисуем, этим мягким пластилином. Это мягкая субстанция, пластилин восковой. Специально создан для того, чтобы его было легко разминать малышам. И ребятам постарше тоже возможно такое делать. И потом он очень яркий и приятный на ощупь. Когда им лепишь, всегда хорошее настроение и... Хочется еще и еще делать поделок. Больше и больше. Вот так мы сделали с тобой большой треугольничек. Здесь можно провести и немножко раскладить. Вот так он гладится. И получается совсем мягкий, ровный арбузик. Он почти блестит. Здесь делаем кончик в самом верху. Получается вот так вот. Мы все подготовили для нашего арбуза. А внизу он немножечко закругляется. Арбузик закругляется. Если ты видишь, то он кругленький. Потому что мы его вырезали. Здесь он ровненький. А здесь немножко кругленький. Отлично. Теперь что, какой цвет берем? Следующий цвет мы возьмем желтый, ребят. Желтый цвет нам подойдет вот здесь. Кожица он у него твердая и толстая у нашего арбузика. Мы возьмем желтый цвет, разомнем его. Вот так, раз. Получится такая длинная колбаска. И эту колбаску, как веретено, мы приклеим вот сюда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И он становится и больше, и ярче. Желтый цвет. Ну, желтых арбузов не бывает. Хотя, если может и бывает, но мы с тобой сделаем настоящий зеленый арбуз, правильно, Айс? Да, я хотел бы и с черными косточками. Хорошо. Берем светло-зеленый пластилин и сделаем из него тоже такую длинную колбаску, но чуть пошире, потолще. Можно раскатывать вот так вот пальчиками на столе. Потренируйся, и у тебя получится. Если ты не успеваешь, то ставь на паузу, мы тебя подождем и после этого будем лепить вместе. Теперь мы делаем зеленый, светло-зеленый цвет, желто-зеленый цвет, салатовый цвет. По-разному его можно называть, но это все тот же самый зеленый цвет. Очень аппетитно. Теперь, ребят, и Айс, мы возьмем темно-зеленый цвет, который у нас есть тоже в наборе. И сделаем еще один элемент. Это темно-зеленая кожица. И мы приклеим ее вот здесь вот. Светло-зеленый, темно-зеленый и желтый. Вот что у нас получается. Здорово? Очень даже здорово. Аппетитно. Много зеленого, много красного. И арбуз я тебе замечу. Знаешь, как я заметил, что арбуз он красный, но красный не очень красиво смотрится без зеленого. Это правильно, потому что это цвета дополнительные. Красный цвет, яркий, горячий. Зеленый цвет, природный, спокойный. И они вместе меня друг друга дополняют. Теперь мы сделаем несколько точечек черных. Это косточки, как ты знаешь. Бери и клей одну, вторую. Их может быть очень много или очень мало. Я советую сделать среднее количество. Ни много, ни мало. К примеру, мы сделаем 1, 2, 3, 4,
И 5 и 6. Я думаю, 6 косточек вполне достаточно. Аппетитно выглядит наш арбуз. Правда? Очень даже аппетитно. Мы с тобой здорово его слепили. Да, мы очень старались. Поэтапно размяли красный цвет. Сделали из него треугольник. После этого сделали желтый, зеленый, темно-зеленый. Точечки черненькие. И все получилось просто супер. Вот такие поделки мы, ребят, сделаем на Лео рисует каждый день. О, это здорово. Можно я буду приходить почаще? Конечно, Айс, приходи. И, ребята, тоже приходите, лепите, рисуйте с нами. В Инстаграм и на Ютуб подписывайтесь, ставьте нам лайки и делитесь вашими работами, конечно же. Пока-пока.